Итак, нужно все-таки постараться бесшумно убить всех офицеров. Вот я его упустил немного, и это плохо уже. Я уже сейчас могу поднять тревогу и... Чё, уже опять тревога? Да блин, все, убивайте, 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 ради бога! Убивай меня, убивай! Я просто отвлекся и не успел догнать офицера, он ушел. Это нарушило мои планы. Ну, походу, да, надо идти через эту сторону. Так, лишь бы вон тот меня не заметил. Ой-ой-ой, опять тревога. Да что такое? Да за что вы мне такое подсовываете? Твари. Я так старался по стелсу. Кто ты? Вот козлы. Найн-найн! Да я в тот раз намного лучше проходил без стелса. Блин, надо было вообще выбирать самый легкий уровень сложности. Будем тогда действовать таким образом. Так, тут где-то песик был. Почему-то я его в этот раз не могу найти. Пёсик. В принципе, без разницы, куда я попадаю, он умирает. Ну да, так намного лучше играть. Потому что нету такого шухера. О, умерла собачка. Так, проходим дальше.
Не, все-таки по стелсу лучше. По стелсу лучше. Какая-то разбитая стена, но пролезть по ней, в принципе, никуда нельзя. Так, странно, что никого нету. Я бы даже сказал, очень странно. Вот и дружочек-пирожочек. Я вот просто задался вопросом посмотреть. Смотрите, там пулеметная точка. Это что-то типа штурмового катера. О, какое-то ништяцкое место. Так, вот он, нацик. Нацик. Нацик был, нацика нет. И в этом весь мой секрет. Оп. Чё, есть кто? Так, где-то близко офицер. Вот он. Все, мы его ликвидировали, теперь тревогу никто поднять не сможет. Как же меня это радует. Ух ты, какая броня! И золото. Запитали мы. Почему тревога сработала? Возьмем-ка автоматик. Ох ты вас сколько понабежало-то! Ох ты вас понабежало-то сколько! Ох вас понабежало-то! Ай-яй-яй-яй! Ну какого хрена ты упал в воду? Как мне теперь выбраться отсюда? А, ну слава богу, хоть сюда можно выбраться. Вот это мне нравится! О-ха-ха! Крошим, крошим! Конечно, вот тех, кто сзади, я не могу. Ну ладно, фиг с ними. Шох, кто на меня? Дрончики. Надо быть готовым ко всему. Даже к тому гигантскому псу. Ох ты, дрон. Так, усё. Но они мне могли бы просто отключить электричество, я бы встал.
Где логика? Где логика? Почему в этой игре немцы такие нелогичные? Ну, понятное дело, тогда бы я бы не смог выжить и провернуть эту операцию. Блин, сзади кто-то стреляет по мне. Но мне некогда отвлекаться на эти мелочи. Подумаешь, пару свинцовых пуль в теле. Так, походу, вот сюда я еду, и сейчас мы тут встанем. Да блин, выпустите меня уже отсюда. Офнен. Мы закрыли шлюз. Чтобы усложнить... путь немцам сюда. Так, крыса. Крыса мне показывает, куда идти, что ли? Глава вторая, гавань. Ну что ж, продолжим мы ее проходить в следующей серии, поэтому подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх под видео.